не аншлаг, конечно, но желающих понаблюдать за скачками собралось много. Азарт конных забегов мало с чем сравним. У каждого зрителя свои фавориты. Из Кошагальского района Республики Алтай приехала лошадь Шакира Рок. Я вот за нее больше всего. Просто, знаете, вот удовольствие, когда вот ребенок рождается, вот удовольствие, это то же самое, потому что это детище Руслана. Руслан это тоже занимается всю жизнь. К слову, Руслан Пащенко изначально был одним из фаворитов турнира. Помимо парусника, жеребца Руслана, проверку на резвость и выносливость проходили больше сотни лошадей орловской породы. Правда, участвовали в забегах и более скоростные. Например, американский стандарт «Бредный рысак» бежит примерно на 5-7 секунд быстрее, чем орловский. Но если говорить о внешних преимуществах, то эксперты считают, что орловцы куда грациознее. Посмотрите на наших орловцев. Это красота, это грация, это изящество, это мощь, это сила. Это вот просто, понимаете, смотришь на него и испытываешь удовольствие, глядя на эту лошадь. Глядя на американцев, вы этого не испытаете. Вы будете прекрасно знать, что он победит, но любоваться им не получится. Побороться за призы к нам приехали конники из Красноярского края, Республик Хакасия и Алтай, Кемеровской и Новосибирской областей. Эти состязания, по словам одного из организаторов, очень важны для ипподромов и конезаводчиков. У нас очень хорошие заводы, особенно орловские, которые мы сами выращиваем. Представляете, сколько людей занято в этом? А социальная какая там нагрузка на это идет? Сколько людей занято, сколько работает, сколько трудится? Ну это праздник, это соревнование, это действительно наше, особенно орловский рысак. Его нету нигде в мире, его весь мир признает. Не зря многие ставили на парусника. В итоге Руслан Пащенко со своим орловским жеребцом и стали обладателями Кубка губернатора и 500 000 рублей. Руслан давно дружит и работает с парусником. По его мнению, это очень умная и талантливая лошадь. Кстати, Руслан отметился 2 победами, в том числе на другом жеребце из Европы. На шведском, на Римане Инлайте только, можно сказать, первый сезон начал ездить. Он прошлый год только в августе из Европы пришел. Как бы не выступал, наверное, 2 старта, по-моему, было, но неудачная акклиматизация пока прошла, но нынче кто-то в порядке. Парусник с 2 лет у меня, сейчас ему 9 лет, вот, 7 лет езжу на нем уже. Кроме Кубка губернатора, в этот день были разыграны еще 10 призов и 2 000 000 рублей. А все присутствующие получили эмоции, которые запомнятся надолго. Еще один. Татьяна Голубева, Ольга Иванова, Вадим Быстревский, «День с толком».